нахожусь, приветствую всех, нахожусь в лаборатории по испытанию банковского оборудования. Вот передо мной находится сейф наш, сейф, который у нас в модельном ряде называется «Монолит Стандарт». Сейф проверили, испытали оболочку сейфа. Сейф, оболочка сейфа подтвердила пятый класс, подчеркиваю, пятый класс, не первый, то есть первый класс считается уже для сейфа очень хороший результат, второй класс для сейфа, это считается, ну, что тоже недостижимо и максимум для дома. Там такие сейфы, как третий, это уже рассматривается, ну, их попробуй найди, их уже фактически мало кто производит, и это уже в основном европейские компании. В данном случае, я подчеркиваю, пятый класс, то есть не второй, не первый, не второй, не третий, не четвертый, а пятый класс. Все благодаря специальному бетону. С этого бетона, конечно, сколько нецензурной лексики я выслушал вот в лаборатории, после того, как они пытались, ну, пройти вот этот слой нашего специального бетонной смеси. То есть, как сказал Александр Леонидович, это даже и бетоном называть нельзя. Но я говорю, Александр Леонидович, я вам говорил, что, ну, я очень долго как бы работал над этой смесью. Поэтому смесь просто немыслимая по своим свойствам. Вот это все, что удалось как бы пройти буром с твердосплавными напайками, с вабидитовыми. То есть, говорит, горят диски, горят напайки. Ну, я и сам знаю, для понимания, то есть вот эти 1.5 сантиметра, это то, что проходит бур, 10-й бур с напайками. То есть вот такой вот как бы результат, вот такая чудовищная смесь. Поэтому результатом я очень доволен. Результат удивил даже в лаборатории людей. Поэтому то, что мы еще раз подтвердили, что то, что мы делаем, это немыслимое по своим свойствам решение.